утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Знает каждый стар и мал. Я зубок умельцем стал. Вот сегодня с позаранку я нашел на огороде позабытую жестянку и ковал, как на заводе. Бум! Тук-тук! Бум! Тук-тук! Получился чудо-плуг! Ой, 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 зубок, ты еще не закончил? Ну, давай скорей. Да я и так тороплюсь. Ты его видел, а? Видел, видел, уже сюда идет. Ой, придется поторопиться. Ну, у тебя еще много осталось-то. Да нет, я уже почти закончил. Сейчас последнее колесо прикручу, и все. Ой, а он уже входит. Входит. Здравствуйте, ребятки, здравствуйте. Привет. Ну что, три, четыре? Четыре. Поздравляем! Поздравляем! Спасибо. А с чем-то вы меня поздравляете? Ну, с хорошим урожаем, конечно. Теперь всем на целый год овощей, фруктов хватит. Ага, так что принимай поздравления и вот этот скромный подарок. Але-ап! Оп! Ишь ты! Ой, вот это да! Это от нас, Зубком. А что это такое-то, интересно, а? Новый супертрактор. Называется «Ракета». Зубок его сам придумал. Сам. Чтоб тебе легче было в огороде работать. Да, теперь ты с ним мигом все свои дела переделаешь. Ура! Вот это подарок. Спасибо, огромное спасибо, друзья. Эх, видно, моя заветная мечта наконец исполнится. Какая у тебя мечта-то, Еноточ? А я, друзья, с детства хочу агрономом стать. Кем? Агрономом. Это специалист по сельскому хозяйству. Понятно. Это отличная профессия, между прочим. Романтическая. Поля, луга, природные явления. А что, здорово. Вот и я говорю. Только без техники эту профессию трудновато осваивать. А теперь я себе... такое поле распашу, все только рты пораскрывают. Так, сейчас посмотрим, как этой вашей, то есть теперь моей, конечно, ракетой управлять надо. А куда тут нажимать, чтобы трактор поехал, а? Да никуда нажимать, Еноч, не надо. Все очень просто. Повернул вон ту зеленую ручку, полный вперед. Повернул вот эту вот красную ручку, стоп, машина, а вот... Отлично, так, посмотрим, посмотрим. Здравствуйте, друзья мои. Ой, здравствуйте. О, да у вас тут испытания техники проходят. Да. Еноточ, это куда же ты собрался? Здравствуйте и до свидания, так сказать. Да? Я на поле спешу. Да, у нас Еноточ агрономом решил стать. Да. Поздравляю, Еноточ, это очень хорошее дело. Вот и я говорю, пора за дело приниматься. Да. А зимой сев начинать, мои любимые кабачки сеять. Подожди, подожди, Еноточ, а ты знаешь, что такое озимый сев? Да, а что это такое, дядя Юр? Озимый сев означает сев под зиму. То есть, когда семена сажают не весной, а осенью. Так можно поступать со многими растениями. С пшеницей, с ячменем. Так можно даже сажать морковку и укроп. Но вот кабачки сажать под зиму нельзя. А почему нельзя? Почему? Дело в том, что кабачки – теплолюбивые растения, и семена зимой замерзнут. Эх, Еноточ, выходит, рано тебе еще агрономом становиться. И ничего не рано. На самом деле я новый сорт кабачков вывести хочу.
морозоустойчивый. Молодец, и я уверен, что у тебя это обязательно получится. Да. Только нужно будет проявить много настойчивости. Ведь работа селекционера, а именно так называется тот человек, который выводит новые сорта растений, требует упорства, а также терпения и наблюдательности. А вот наш енот чон очень терпеливый. Да, и наблюдательный. А еще я народные приметы знаю. Май холодный, год хлебородный. Грач на горе, весна на дворе. В рубахе пахать, в шубе сеять. Ой, здорово, а? Да, еще бы. Эти наблюдения в нашем деле первые помощники. Ну, и все-таки одних народных примет маловато. Чтобы стать настоящим агрономом, енотычу предстоит изучить целую науку. Ведь агроном должен знать, какие семена когда сажать, какие весной, какие осенью, а когда их поливать нужно. Нужно знать, когда вносить удобрения в землю, как защитить растения от вредных насекомых, ну и когда пришла пора собирать урожай. Да. Многое, конечно, енотыч уже знает. Знаю, но многому мне еще научиться нужно. Ладно, решено. Сегодня же записываюсь на курсы агронома. Вот это будет по-нашему. Да, по-хозяйски. И я так думаю. А ракета моя пусть пока тут у вас в гараже постоит. Правильно, дядя Юр? Верно. Все равно когда-нибудь она обязательно тебе понадобится. Да и потом... Зубок пока ее еще доработает. Ну, конечно, доработаю. Ну, а сейчас пора прощаться с ребятами. Ага. До свидания, ребята. До встречи. Всего доброго. Всего самого хорошего. И храни вас Господь. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.